Вот приехал на рыбалку. И пошел дождь. Что в таких случаях делать, я вообще даже не знаю. Раскладываться или все-таки ехать домой? Обидно, блин. Будем надеяться, что пройдет. В общем, не сдался я силам природы. Дождь меньше стал. И вроде как бы небо посветлело. Донки вот поставил. Одна с бойлом, другая с макушатником. Будем сейчас смотреть, что тут ловится. И будет ли вообще что-то тут ловиться. Какая гамма звуков. Наконец-то дождь успокоился, но поклевок пока что-то вообще никаких. Забросил, вот все стоит. Тишина и все. То есть пока вот так вот. Тихо, неприглядно. Еще накрапывает дождик. Но уже небо белеет, светлеет, слава богу. Ну вот пока поклевок, к сожалению, нет. Зато лягушки разрываются сегодня просто. Дождю радуются, наверное. Честное слово, как-то странно. Поставил еще две удочки вот в эту заводь. С поплавком обычные. На донке вообще ноль эмоций просто. Сейчас попробую вулканизированную кукурузу поставлю, траппер. Потому что на червя и на опарыша вообще никакой реакции. Это очень странно. Даже не знаю, чем себя занять. Какой сегодня интересный день. Рыбе просто по барабану на все мои манипуляции. Может, ну вот дождь прошел буквально, может быть, с полчаса назад. Не знаю, может быть, рыба до сих пор в шоке от дождя. Хотя, конечно, в этих местах уже бы что-нибудь клюнуло. Но сегодня что-то пока вообще никаких эмоций. Про макуху и про бойл вообще молчу. Не то, что не клюнуло, а мертво просто все. Ну, как всегда, рыба клюет вчера и завтра. Но только не сегодня. Хотя может еще все измениться. Ну, в общем, что сказать? Я даже не знаю, как это назвать. Поклевок нет вообще. Просто их нет. Это, конечно, очень странно. Хотя бы какие-нибудь подлещики должны были клевать. Мелкие. Но сегодня, наверное, как всегда, день не тот. Потому что я закинул вообще все, что можно. Четыре донки стоит, вон две удочки, не клюет вообще. Просто какой-то, я не знаю. Ну просто ничего. Мало того, что не клюет, оно даже не объедает. Ни червей, ни опарыша, ни кукурузы, ничего ей не интересно. Поэтому я даже не знаю, что сказать. Ну, не клюет и не надо. Погода хорошая. Лягушки вон квакают. Плотва, подлещики тут всегда были, всегда жили. Но в этом году, видимо, с доном что-то не то случилось. Зато какая красота в поляне, на поляне. Цветы растут разные, желтенькие, сиреневые. Вот сейчас с человеком поговорил, пообщался насчет рыбалки. Говорит, и 2 июня тут был. И вот сейчас стоит 7 удочек, говорит, вообще ничего не клюет. Вот такое ощущение, что рыба исчезла с этих мест. Что такое? Неясно.
В общем, я так понимаю, ловить вообще бесполезно. Лучше бы я на пруд поехал куда-нибудь. Но клёва нету совершенно никакого. То есть вот так вот грустно. Но если уж местные говорят, что такая жесть, я вообще не вижу смысла ловить. Потому что вот забросил, все стоит мертво. Такое ощущение, что вообще ничего. Хотя здесь раньше, ну и подлещик какой-то клевал, и плотвички, и там, я не знаю, карась попадался. Нет, вообще ничего. Везет мне, в общем, на рыбалку. Обидно, конечно, но делать нечего.